Господин Нот, знают ли власти об этих нелегальных платежах? Да, им это известно. У нас есть контакты со швейцарским диппредставительством, и там нам подтвердили, действительно, такие факты имеют место. Часто им нужно платить своего рода залог просто для того, чтобы прийти в посольство Швейцарии и подать заявку на визу. Эти злоупотребления появились в связи с тяжелым положением на рынке труда Бразилии. Я сам бывал там в составе делегации, встречался с официальными лицами, и они также высказывают нам свое беспокойство и недоумение в связи с тем, что Швейцария выдает подобные визы танцовщицам. Правда ли, что Швейцария единственная страна в мире, которая выдает подобные визы? Насколько я знаю, да. Мы запрашивали наш МИД, и мы не нашли другой такой страны, где существовала бы практика выдачи таких разрешений.